Обновленные стелы «Ладья», четырехъярусный фонтан с подсветкой и велодорожки. В мэрии Самары обсуждают проект реконструкции четвертой очереди набережной. По проекту здесь переделают лестницы от «Ладьи», установят новую детскую и спортивную площадки, частично реконструируют здание общественного туалета и построят корпус для персонала, охраны и хозяйственно-бытовых нужд. На всех спусках установят пандусы для маломобильных горожан. Вся территория набережной будет под видеонаблюдением, то есть требования на сегодняшний день к объектам с массовым пребыванием людей. То есть у нас полное в этом плане соответствие. Вторую и четвертую очереди набережной соединит бульвар, часть которого будет отведена под велодорожку с разворотным кольцом. В нескольких местах будут обустроены велопарковки. Для удобства пешеходов каждую террасу оборудуют скамьями, которые будут оснащены навесами для отдыха. На обновление набережной потребуется более 600 миллионов рублей. Для нас это очень важный объект, потому что он будет привлекать к себе туристов. Да, это один из тех узловых мест, одно из тех узловых мест, где будут концентрироваться туристы, приезжающие в наш город в рамках чемпионата мира 2018 года. Да и вообще набережная – излюбленное место наших горожан. И возможность реконструировать и привести ее в современное, красивое, значит, такое современный красивый вид, она, конечно, задача очень важная. После одобрения в мэрии проект отправится на согласование с губернатором Самарской области. Все работы по реконструкции четвертой очереди набережной планируют завершить к концу 2018 года. Виктория Шара, Марина Матвейшина, Артем Сулайманов. События.